злиться и на него. Я ему говорю, беги, нахуй. Вот, у меня была такая ситуация, ага. Завтра надо этот, чтобы я ему не напугал, этот камеру установить мелкую в зеркало. Сейчас. Поставить прям. Сейчас опасно. Капец. Ужас. Ну, дом подожгли. Это родственники этих людей. 100%. Да. То есть происходит беспредел. Беспредел. Что люди пишут там? Я не читала эти, честно говоря. Я просто видео смотрю, там отсюда. Ага. А, с убийства? Есть видео? Нет, это как дом подожгли. Как Гагарин был. Ага. Все. А я не видел. Сейчас везде что-то происходит, да? Вот Америку смотрели? Нет, что там? Флорида вот это. Видишь, штат? Ага. Флорида это как? Ну, торнадо? Там пиздец, торнадо, дом, все. Ух, короче. Ужас. Пиздец, там 6 миллионов с города. Больно ушли, короче, в другой штат. Ужас. Народ. Ужас. Пиздец, там торнадо. Ужас. Везде. Где-то война, где-то природа. Это короче. Что происходит, блин, да? Ага. Пусть у нас все будет хорошо в Казахстане. Да. Ужас. Ну это 100%, я тебе говорю. Дом подойдет, сейчас мне Ильяс рассказывает, а я говорю, ты знаешь, не видела. Да, вот, вот такой частный дом подожгли. Все горит. Все сгорело, да? Угу. Ужас. Мы считаем, твари какие. Сына убили, блядь, да, еще и дом подожгли, мрази. На заводе в том месяце, кажется. Одного поймали же. Стингер. С чем? Стингер. А, начальника, ага. Слышали, да? Да, ага. Не, это он, главный. Инженер цеха, кажется. Его вот поймали. Кто-то подставил. Ну, он раньше тоже делал по-любому. Если тебе, например, вот вам, я, например, предлагаю миллион. Ну, чтобы... Устроиться. Да. И вот там, короче, про это кто-то есть. На что жить, да? Да. Ну. Ну что, вы этот цех знаете, там отца? Ага. Где это золото, да, вот, да, серебро. Да. Там тоже 10 человек, кажется, поймут. А их чем? Там. О, видишь, ты уже говоришь мало. Нет, вот мои коллеги, короче, в том году кредит взяли, короче. Ага. Ну, там делали, потом, да, 50 миллионов. Ага. Ну, зарплата 400-450. Короче, они взяли 50-40 миллионов. Кто сколько, ага. Да. И они сейчас не платят. Ну как ты платишь 50-40 миллионов в месяц? Миллион с чем-то ежемесячно платят. Как дают такие кредиты? Ну, короче, они взяли, кто-то квартиру купил, кто-то новую машину, магазин открыл, скот купил кто-то. Ага. Вот они говорят, 50. Даже 100 миллионов не хватит по-любому копить. Ну что? Да, вообще не хватит. Ладно, ты 100 миллионов взял. Mm-hmm. Ты за месяц, ладно, что-то открыл, что-то взял, но все равно. По-любому. Вот смотри. Все говорят, что они будут платить только то, что взял. Угу.
Хорошо, Ваньку убирает процент. Угу. Вот ты взял, давай посчитаем, где у тебя сотка. 30 миллионов, нажимай. И, короче, вот этот попал в кредит, ну, работники все взяли в кредит, некоторые. И, короче, сейчас каждый кредит, ну, да. Надо же думать. Конечно. За какой-то проблемой стоит что-то. Раньше говорю, да, вообще кредит не будет. Вот тогда будет, да, хорошо. Я же, блядь, я не хочу существовать, если честно говорю, как все. Мне предлагают и рассрочку, и кредит, и кредит. И, блядь, что такое не предлагают? Я просто говорю, мне оно зачем? Ребята, если каждый месяц откладывать по чуть-чуть, по стольнику, по полтиннику, ну как получится. Да. Вполне можно жить достойно без кредита. Угу. Я не зарабатываю миллионы. Угу. У меня их нету. Но я откладываю по чуть-чуть. Где-то 50 тысяч, где-то 30 тысяч. Как получается? Где-то 100. Потом со временем смотрю, о, уже сумма откладывается какая-то. По чуть-чуть. А мы, к сожалению, бывает сразу. Кредит надо брать, блядь. На студии. И выкладываем. Ты не с этими кредитами, 150-60 миллионов, как они их отдавать будут, блядь. Хорошо, он взял, он сейчас не платит. Потом его все равно начнут зарплаты высчитывать. Вот представь, так он получал 700, 800. 50% в банк будет. А так будет походить бесплатно. Только когда тебе действительно понадобятся еще деньги, ты уже хуй дело знаешь. Да. И что хорошего? Уже ничего хорошего. Берешь чужое, отдавать, оказывается, надо свое. Ладно, страшно. Саяк, берешь шаг по Саяк. Ага. Там двое погибли. Парни, да? Да, молодые люди. Один. Если третье можно, второй, 2004, второй. Дети есть ли? Два есть. За газом направили. А, задохнулись? Да. Вытечка, кажется, неправильно работает, что-то такое. Капец. Молодые. Вот этот Фелис. Жена уже ходит. Опять? Ну, это же. Тикток или Инстаграм вообще. Это что? Да. Вернулся? И вернулась? Похоже. Они так и будут. Это. Туды-сюды. Пока она не найдет подходящий вариант побогаче. Ну, ты, да, молодец, ходит сейчас. Ну, говорит, работает, там на базаре, что ли? Не знаю, это не знаю.
На улице где это? Видите, там спал, походит так. На работу не знаю. Тут они где-то на базаре работают. На заводе нормально, а ты делал, как это там, спасибо, пожар, все, в жопу. Угу. Надо вон отсюда. Ты сейчас пройдет? Вопросы не надо, не нужны инвалиды. Не, ну а кто ему виноват, по сути? Он сам. Ужас, мы с тобой не идем за каким-то титулом. Конечно. Драться. Мне зачем это надо? Конечно. Че, блядь, больше совсем заняться нечем. Я пойду драться. Ты представь, ради чего, Федор, ты туда ходишь? Он мне всегда говорил, титул. Какой, мать твою, титул? Он тебе что-то приносит? Ну, 50 тысяч тенге с каждого боя. Так ты, блядь, потом вкладываешься в бодягу, в мадягу. Там же он же приезжал весь синюшный, весь опухший, весь отекший, ну, лицо разбитое. Там же бьют без всяких. Плюс это, как его... На дорогу он же сам платил со своего кармана. Какой смысл в этом бое? Есть условия. 50 тысяч, которые ты тратишь на дорогу и на таблетки, чтобы потом мозги свои вставить. Я тебе хочу сказать, что у него их не было, нет и не будет этих мозгов. Это больной человек. Луня. Это человек это. У него что-то не то уже, да. Ну нормально, разве человек позволит, чтобы ему лицо колотили? Он от боли кайфовал, ты понимаешь, получается? Да. Потому что я понимаю те спортсмены, которые, вот эти, как они там, Майк Тайсон, да? Да. Они за великие, за большие деньги. Да. Получают боль. А здесь получают боль бесплатно, но это садомаза. Да. Это ужасно. Это просто ужасно. Пойти, чтобы не вали били за бесплатно. Как-то подозрительно. Здорового человека такие мысли точно не посетят. Блять, это точно. Я тебе сейчас скажу, давай, вот бой 50 тысяч тенге. Да. Хорошо разбитое. У меня есть где-то видео с ним, но он мне тогда скидывал. Ой, там Анисева, глаз, блядь, не видно. Ужасно. Зато, блядь, я, говорит, первое место. Да нахуй мне твое первое место. Нет, я просто вот, я понимаю, те дерутся за большие деньги, за миллионы долларов, евро, за кубки, блядь, золотые там. А это пойти позволить, чтобы тебе били ебальник за 50 тысяч тенге, которые, блядь, ты тут же вложишь в то, чтобы оздоровиться. Чё-то как-то, блядь, не знаю. Странно. Тут уж
обычно сода мало заходит. Полтора раза света включаешь, погоду. Ну, ага. Работает, да? С вечером, когда включили, да? А только два пацана, я их подстригла, начали одеваться и свет рубанули. На втором был, а везде в остальных местах не было. По городу уже нет? Нет, на втором был, а везде не было. А на втором был свет. Странно это. Я говорю, блядь, получить эти травмы, блядь, быть инвалидом всю жизнь, блядь. Конечно. Теперь кричит я мусульманство. Да, он примерно. Мама считает. Ну сколько там? Ну пусть 100, ну пусть 200 тысяч на базаре. Да. Больше на базаре нету. Пусть это на улице, пойми. Да. Ну кто его как? Сторожем, ну сторож сколько? 100-150? Угу. А детей уже двое. Да. Короче, крыс поставил. Да, это... Благо, ты знаешь, другое ходит. Да, вот он. Что не лежачий. Он должен благодарить Всевышнего за то, что он ходит. Ну. Хоть с палочкой, но ходит. Потому что есть миллионы людей, которые не ходят, да, после такого. Что ему дали, блядь, шанс ходить, блядь. Да, здесь я вообще полностью права. Ну, Всевышний дал шанс сходить. Конечно. Второй шанс. А что случилось? Да это с Франковым пути с ним работал. И когда они эту землю откопали с экскаватором. Угу. Он там стоял, ну, контролировал. И обед, и который шофер в этом экскаваторе сидит. Он нечаянно в руку попал на джойстик. Ага. Там же у них джойстик. Да. И вот этот ковш. Ковш ему в этот в грудак попадает. А-а-а. На стену. Фу. Ужас. И он, мой родственник, встает и упал, все. Со скорой, море, оно. Короче, операцию все сделали. Короче, сейчас все нормально, с головы. На поезд он чувствует все. Ага. Руки все поднимает. Могу только. Не поднимает, не чувствует. Ну, чувствительности в ногах нету, да? С пояса до пальцев вообще не чувствует ничего. Нет, нет. Даже иголку вот, например, втыкаешь. Ага, бесполезно, да? Не чувствует. Но когда ногу держишь, массаж делаешь, ага, горячо, кровь идет. Ну какой-то сигнал, нерв вот этот не идет, короче, с ноги. До ноги, короче. Где-то, черт. Может, встанет? Да, вот. Ну это надо массаж, значит, вот, делать. Делай. Короче, ужас, он, молодой, да? Да, ну, разве ему еще 30-20. Ужас. Конечно. А жена есть? Да, жена двое.
Не ушла? Нет. Хоть жена, а то его каждый день кашу. Переворачивать, да. Чтобы пролежней не было. Ой, бедный. Понравится вам тоже? Капец. И ты мне не рассказывал, слушай. Да. Он лежит тоже. Год, кажется. Матерится. Уже когда человек в постели лежит, он же уже фантазер уже. Угу. Всякие говорят, значит. И мы иногда когда выходным мы ходишь, да, приезжаем, ходим, обсуждаем, оно, но... Да, разговариваем. Да. Угу. Ужас. Угу. Это... Почему у меня, наверное, сухожилия порваны? Что-то, наверное, сухожилия. Ну, да. Короче, сигнал не летает, с ноги. Капец. Страшно. А там что наказали или что-то? Короче, вот этот экскаватор, он шофер, короче, он оказывается его брата, одноклассник. Угу. Ну, у него тоже дети есть, короче, тоже у него проблемы, как у него, короче. Семья, мама, долг, мол. И, короче, они решили, как он знакомый, ему сказали, короче, что ходи, все, он закроешь с родителей, вот, ровесник, его кредит жены. Ну, двухкомнатную квартиру, они... Потому что нет, потому что дети еще, блядь. Да, то есть, давайте нет, двухкомнатную квартиру в городе. Ну, не... какая-то компенсация. Да, где-то, не сразу с центра, ну, какой-нибудь микрорайон. Они предлагают с комната, если ты с комната берешь, туда... Врачи и сестры не приходят с балхаша. Конечно же. Да. Они предлагают с Конрадом, короче. И он попросил с города двухкомнатную квартиру и деньги на лечение. Ну да. Хотя бы 10 миллионов. Да. Хотя бы, чтобы чуть-чуть вас, да, в этих массажистов грамотных нанять. Да. Инвалидную коляску хорошую. А сколько, короче, купили? Это фирма Франко. Да. А как его зовут? Ануар. Помню, что я его знаю. Конатский. Ой, страшно, слушай. Угу. Вот когда ему приходишь, рядом сидишь, разговариваешь, вот ты сам себе уже приходишь. Понимаешь, да, уже. Это. И говоришь, что Аллах спасибо тебе. Да, да, ты что? Блять, что я хожу, шевелюсь. Ну, дышишь, ходишь, блядь, все. Могу, блядь, сама все делать, себя, да, обслуживать, нахуй. Работаю. Когда я видел его первый раз, когда я плакал. Конечно, ты что? Это всю жизнь будет, может, лежать, кто знает. Да. Это на улицу не выйти, ничего не этот, без посторонней помощи. Ни подмыться, ни пописить, ни, да, покакать, представь. Через шрам пописать. Каздец. Да. В нашем городе ты тоже врач, не веришь ему? Ой, нет, у нас нет. Вот, надо лежать, это что делать? Ой-ой, не дай бог. А, никому не дай бог. Не дай бог, врагу не, блядь, не пожелаешь, но... блядь. Вот этим людям надо хоть по 100, хоть по 200, чтобы все скинули, блядь. Но... Вот этим людям. Вот, ты же говорил так, что ты обсуждал это, вот, говоришь, вот, скажи спасибо Богу. Что хочешь спать. Да. Да. Ой, страшно, слушай. Я не и сразу домой. Да. Даже сейчас не пью, даже 2 месяца. Вообще никуда не хожу, ни, никто, ни с кем, ничего.
Никому не пишу, да. Хожу я сейчас, интереснее. А что, сейчас ничего не... Вот, сейчас, ты знаешь, какой-то интерес заведешь, блядь, либо посадят, либо что-то, да, блядь. Да. Куда ходишь, камеры есть. Что-нибудь, да, блядь, влюхаешься. Можно документы сделать онлайн. Да. Пишут мне, здравствуйте, вас беспокоит с КНБ. Они мне сначала звонили, я не сняла. Они мне, давай писать на WhatsApp. Я говорю, с какого, мать вашу, КНБ? Вы лазили там, вы там что-то писали, вы там что-то нажали, представляешь? У меня клиенты-свидетели пришли сюда с КНБ. Сюда. 17 сентября. Я им говорю, вы что гоните, я ничего не писала, мне ничего не надо, говорю, я... С работы домой, с дома на работу. Короче, когда я лазила там на этих сайтах, смотрела, в этот момент произошел какой-то сбой. И как будто я со своей электронной подписи написала, блядь, какое-то заявление, ты понимаешь? Сбой так, этот, я чуть не упала здесь. У меня пацаны клиенты сидят, говорят, Толя, что было, я говорю, не знаю. В первый день пришли к КНБ. На второй день два полицейских пришло, потому что я КНБшника подшила. Через неделю приходит опять полицейский, и опять мне, блядь, за какой-то... Мне ничего не надо, никакие, мать вашу, разборки, наборки, блядь. Просто говорю, оставьте меня в покое. Он мне говорит, распишитесь тогда вот тут. Ничего подписывать, расписывать, нигде ничего. Я говорю, с работы домой, с дома на работу, все. Давайте, говорю, покиньте помещение, не надо мне. Блядь, дочери говорю. Говорю, нахуй, говорю, вообще. Я с нами пришел, 16 лет. Да. Здесь парк Марс. А пошел, да? Да. Каждый. Разный путевка. Я не мог найти. Вот я пошли. Слава, первый раз. Ну в этом месте еще лысый, а потом уже можно этот чуть-чуть поставить, сейчас еще не сильно холодно. А потом уж ноябрь, декабрь, зимний. В том месте пришел ты к вам? Потом я думаю, надо смотреть, где и нету, где было покрасить. А нету, она, сейчас нету? Да, она потом давала, где селюсь, а нету. И сейчас нету, еще нету. Там 3 месяца, смело. Не видно, что красивый. Да. А ты не знаешь. Она тоже удивляется. Война закончится, да, с Россией говорить, да? Что, война? Да, Россия выходит. Нет, ты что? Что? Там, блядь, еще... У меня ж тетка в Польше живет, только она же с Украины. Она мечтает назад вернуться. Она, я ей говорю, ты что, дура, у тебя уже в Польше квартира есть, все есть. Ну, они же, наверное, года 4 там живут, купили уже квартиру в Польше. Я говорю, зачем тебе? Сидишь уже там за границей и сиди. Мафик надо. Нет, все, хочу, блядь, на свой Киев. Если бы было, она бы уже уехала туда. Она... Ну, у нее там квартира осталась. Я говорю, ты думаешь, там что-то осталось? Да там уже руины, блядь, смотрю. А не квартира. Ой, нет, короче, поеду. Ну, а сколько нету?